Братик, Феликс. Зачем же ты убил этого человека, Феликс? А? Он же столько людей на тот свет отправил. Это очень хороший человек, Феликс. Феликс! Хочешь побороться за душу каждого человека, Феликс? Ты хочешь побороться, Феликс? Ну, поборись, Феликс, за душу этого человека! Я жду тебя, Феликс! Феликс! Поборись за эту душу! Феликс! Схватка началась, братик. Давай, бля, пидору, давай! Давай, бьемся! Загам ты прошлую минуту! Мне мало! Мне мало! Отдай диссертацию. А ты хоть когда-нибудь думал, что можно что-то еще делать, кроме как жрать, срать, трахаться. Wow. I just saw the x-ray of your girlfriend. It's your girlfriend, is it? Yeah, it is. She got a fracture of the eye socket. Fracture? Yeah, the bone around her eye is broken. Okay. Well, it's not that bad. She could have lost her eyesight. Probably just in a way, she was lucky. Yeah. The nurse told me what happened. The nurse told me what happened. Yes. Yes. I should. Well, it must have been quite difficult for you to watch a robbery like that, not being able to help her. Okay. It's quite a shock, isn't it? Okay, stay calm, don't worry. She'll be all right. Шариться думаешь или как? Ну, какое, собственно, дело? Нам такое дело. Ты здесь побыл, а потом... А нам здесь еще жить. А ты уверен? Да, очень сильно уверен. Поэтому... Давай, где вы... Отваливайте.
Что ты будешь делать? Опять мимо. Давайте покажу сейчас, как это делается. Просто чуть медленнее это надо делать. Вот у тебя руки, да? Вот руки. Вот они держат стул. Вот. И ты начинаешь медленно садиться. И плюхся вот. Медленно садиться. О. И как только ты жопу чувствуешь стул, все. Вот тут ты можешь смело сесть. А. Оп. Вот и все. Вот я сижу.